Так, всем здравствуйте. Это будем сейчас проверку Ирина Кутрапсина проверять по голосованию на больше всех набрал голосов в моей группе. Кто хочет тоже спать, тоже будут голосования к другие голосования. Так, пожалуй, начнем. Псион. Все уже многие уже сгадывают его начали. Я не знаю, кто раньше начал его разгадывать. Но бьются на этот краткую и собрал. Это 10 лет вроде. Вроде начал бьются над этой загадкой. Может, вообще никакой загадки не было, то никто не может сказать. Разработчики этой игры либо врут, либо на свое утверждение. Рано или поздно не скажут нам, все равно. Так, пока я буду рассуждать, как создать нам эту загадку. Начнем, пожалуй, с этой путешествующей справа многих лагерь. Видео это, я думаю, путешествующая справа через это под горой. Самая подходящая гора, которая подходит, это гора Челяд. Под горой это подножие считается. Я уточнял гор подчелят или под это, где считают, все считают, где находится эта штаб-квартира Афирм Культ. Либо здесь. Так что я еще буду проверять это. В дальнейшем, в следующей серии увидим. И с этого перейдем к фирме Культ. Может, многие не знают. Эта ферма находится в том месте, где миссия у нас одна там. Всего лишь где украсть комбайн, кто пушает сено. Ну и считают там, что собрание культа Эпсилона. Ну что, находится. Как еще я рисовал, я его смотрел, убрал, что это здание, которое три их всего по всему штату. Убрал, что два здания прототип их настоящих, которые соединили, и получилось это здание. Уже с ним сходиться, так что потом будет прав. Он еще прав, что это проверка культа Эпсилона популярна.
Это здание находится. Кольцо Сан-Фиего. И вот это место, где находится программа. Я специально так и сделал. Кстати, из точки я сделал на карте точки и соединим последовательно, то получится такой рисунок. Если последовательно точки соединить в тех местах, где трость. И я нашел одно место, то озеро, которое находится в Сан-Фиего, недалеко от города Чилиад. Ее только окружают несколько дорог. Вот на озеро, которое я говорил, находится несколько дорог окружают. Нечеткое изображение. Так получилось. Вот озеро. Я должен пересечь, проехать. Вот. Подножие горы, как говорил вначале, и приехать сюда. И так думаю, проехать вот рядом гора тоже. Так думаю, подножие горы путешествовать. Каждую горы окружает вот здесь вот. И будем путешествовать так. Но не сейчас, в следующей серии. Я думаю, что мы должны путешествовать на такой машине. Слева, наверное, показан вам. И где находится справа показано от вас. На север штата, вроде, я так понимаю. Находится тачка. Ноги с разгадкой тайны. С помощью модуля можно задать тайну, которые применяют в разгадке. С помощью мода, наверное, нельзя как-то еще разгадать. Ну, время покажет, как можно еще разгадать, а если не покажет, значит только с помощью мода. Что этот песочек тогда в радио получается? Ну, посмотрим, короче. Продолжаем дальше разгадывать. Так вот, перед нами те 12 фактов, которые я разговаривают. Если никто не видел, вот. Я особо на них не буду зацикливаться сейчас. Но я пока остаюсь на двух. Это на первом. Это тому миру 157 лет, факт. Но все хорошо. Это дата времени игры
Я находился, ну, то есть ты сейчас не устал. Вот, отнять это число получится будет 1800. Третий вроде. Он считает это время. А я может я думаю, что это не время, а координаты на карте. Сандрес этой. Еще и сова, что вот вторая динозавр лучше, которые умеют люди, потому что они слабые. Факт. Ура, что несколько пятой части. Это факт. Я хорошо никуда не относится, вот все к этой части относится. Кто разгадывают, начали куда куда Сан-Андреас. Мы походили, но никто не смог разгадать, только факт находили существование этой загадки. Загадки. Вот все 12 фактов. Остановите, прочитайте. Остановите, прочитайте. Так, продолжим. Чтобы не пропустить этих героев, тоже не героев, это Сандерса, туриста это, считающий, некоторые считают, что он относится к группе Эпсилон, пока еще не доказано, пока наружный догадок, пока еще никто не смог доказать его отношение к культу. И то же самое к парикмахеру, который находится в разных точках всего. Что-то. Как же еще они прислали, не отнесли панду, кто носит синие платки. Культу Эпсилон. Я считаю, что можно отнести культу Эпсилон вот этих людей, которые подсвечиваются синим. В некоторых местах это Гольф, например, Сан-Фиего. И здесь, где фотку видите. Я сделал ее, когда миссия проходил. Я случайно ее сделал. Не знаю, во сколько времени здесь появляются. Но вижу, как ходим по фотке в туманное время. Они там появляются, вроде такая, как понял. Я думаю, что надо попробовать им кость, точнее, дать. Посмотрим, что будет. Но
Ну, только не сейчас. Ну, если никто не знает, культура все, вот такой значок. Если не ее, можно увидеть уже похожие значки. Это, наверное, разработчики так сделали, чтобы многие считали, что есть культура, а может и нет. Есть, может, как я уже. Я уже рассказывал предысторию этого культа. Не хочу повторять это. Если хотите, ну, посмотрите. А мы переходим дальше. Так, я хочу вам к фактам сейчас. Это самым третьим факту. Ты гласит, ты счастлив. Ты просто не знаешь этого. Ну, счастлив. По разным причинам, может быть. Ну, если ты не знаешь этого, то да, там можно понять так, что ты принял как бы наркотик, а уже есть три чувака, которые разносят наркотики. Вот, которые считаются наркоманами, которые продают их. Можем попытаться им сдать. То есть, может, они возьмут. Это сделаем в следующий раз, в следующей серии. Пока рассмотрим. Их так по отдельности. Ну, первый слева от вас самый. Их вы можете встретить в первом городе, где мы начинаем только. Следующего по центру его тоже можно увидеть. А вот последующий, я точно не помню, возможно, его тоже увидеть можно в первом и еще в каком-то. Надо уточнять тоже. Ну, считаю, что похоже больше третий дать ему трость. Итак, можно подводить итоги этой серии, но прежде чем подводить, давайте все-таки один пункт пройдем, чтобы не проходить его в следующей серии, где кажется. Нельзя строить, как говорится, на потом. Итак, этот пункт. Если есть пятно, то потом крафта. Как многие говорят, как и сам видел, то сюжета нету. Никакого персонажа. Тут только есть совпадение. Вот, надо сейвить как.
И нога есть падение, это падаю между трампой и зоной 69. Прототип этой зоны был зон 51. Можно считать, не считать эту как бы за в основу разгадку культа, но это был факт. Остается фактом. Факт. Люди просто бесполезны. Но все же. Мы еще не раз будем возвращаться к этой штуке. Есть история. Там как один чувак получил это пятно. Надеюсь, вы сами найдете эту историю. Почитайте сами. Итак, можно итоги подводить уже. Следующей части разгадки. Давайте я буду Тара Сан-Треас. Я все делать какие-нибудь пытаться их куда-нибудь отнести. И будем понять то, что я сегодня говорил. Если у вас есть свои доводы, догадки, правильная истина, то пишите мне. Обсуждение в группе ВКонтакте, либо под видео на YouTube. И у меня небольшое объявление. Можно скоро 16 февраля то будет праздник. Не праздник, а день рождения моего канала будет год. Если хотите ему сделать подарок, то это подарком будет 30 тысяч подписчиков, если хотите сделать такой подарок. И 50 тысяч просмотров не помешает ему. Делитесь с этим видео с друзьями. Добавляйте себе. Ставьте лайки, пальцы вверх свои. Всем удачи. И самые лучшие комментарии на видео это будет в следующем видео. Крутая эпсилон части будет в конце. Будут показаны. Всем пока.